Сегодня в программе. Я шла по тротуару, сзади слышу мат, проклятия какие-то сыпятся на меня. Но если ты ведьма, сволочь, проститутка! Брошенная жена на ходу выпрыгнула из такси, чтобы потрепать шевелюру соперницы. Они встретились в суде. Разлучница в порядке, а мстительница на костылях. Пропал на неделю, я там звонила, обзвонила все морги, а оказывается, он там с какой-то дамочкой уже развлекался на эти самые деньги, которые он забрал. Это были деловые партнеры. Накануне свадьбы женщина согласилась стать поручителем по кредиту для жениха. И любимый, и деньги исчезли. А брошенной невесте пришлось оплатить чужие долги. Он меня душить начал. Потом эта дрянь, когда я орать начала, у меня кулаком в лицо лупасил. Нос мне сломал, губу разбил. Девушка убила любовника, как только он подарил ей квартиру. Останется ли жилье в ее собственности или достанется вдове убитого? Истец требует возместить материальный и моральный ущерб, связанный с причинением вреда здоровью. Ответчик иск не признает, потому что истец причинил себе вред собственными действиями. Пожалуйста, Веронику Викторовну. А, Ваша честь, я требую, чтобы мне возместили 348 тысяч рублей. Угу. За что? Морального и физического. Я вот... Вреда здоровью и морального вреда. Да, я стою на костылях. Угу. Я вызвала... такси через оператора. Уже не первый раз пользуюсь этим такси. Все было нормально, села. Ответчик таксистом является? Да. Я так правильно понимаю? Да. Так. Он, то есть, приехал на ваш вызов. Что случилось? Мы поехали. Вы все... поехали? Да. Началась поездка. Так. Головой поехала. Ответчик. Сначала все было нормально, доехал до места, потом он резко затормозил. Я еще не успела выйти из машины. Он... дверь захлопнулась, резко поехала, переехал мне ногу, лодыжку. У меня адские боли, я ударилась головой, ударилась лицом. У меня до сих пор непроходящие боли. Уже 2 месяца я практически в гипсе. Вот, я лежала на дороге, кричала, орала. Не знала, что делать, вызвала скорую. Да я тебе вызвал скорую. Приехала скорая, ДПС. Я лежала до сих пор. У меня до сих пор непроходящие боли. Я, извините за подробности, но хожу в туалет вместе со своими родственниками. Мне обязательно кто-то помогает. Я 2 месяца пропустила на работе. 143 тысячи рублей не заработала. Вообще, как так получилось, что вы выходили, еще движение, я так понимаю, автомобиль не закончил? Ну, он по вине водителя. Он резко затормозил и начала выходить. Он должен был дождаться, а не ехать дальше. Прямо посередине дороги. Так, есть протокол, да, в административном правонарушении. То есть ответчик был признан виновным, да, в совершении этого административного правонарушения? Но он же был за рулем. Нарушение правил ПДД. Хорошо, ваша позиция понятна. Ответчик, может, вы мне внятно разъясните, ваша честь, как произошло это все? Разъясню. Я, конечно, чисто по-человечески, мне очень гражданочку жаль. Но вы же видите, она невменяемая, вообще да, невменяемая. Я так, сама ответчик, себе... у нас сейчас здесь вопрос не о вменяемости. Рассказываю. Давайте к своей сама. Вменяемости, я, к своей вине. Так сказать, давно работаю... таксистом, я профессионал своего дела. Как всегда, поступил вызов через агрегатор, я приехал на место. Выходит вся такая благовидная мадам. Нормально, сели, поехали. Должны были поехать на адрес Стромынка, дом 7. Едем, 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 все хорошо. И вдруг она как заорет: «Стой! Вот она!» Говорю, что такое непонятно? Я руль аж чуть из рук не выпустил. Она мне такая за коленку такая хватает. Так, ну быстро, быстро тормози. Я, конечно, затормозил. Все нормально. Так, представляете, я смотрю, она на ходу прям ремень отстегивает. Но ведь машина, она же не человек, она же сразу не остановится. Машина не успела затормозить. Она ремень отстегивает. Я смотрю, ручку уже дверную. Раз хватает, открывает дверь и на ходу выходит. Ну, конечно, она под колеса попала. Она ж там... не про этот самый, ну, не для циркач. Чего? Для чего? Вы понимаете? Почему она выскочила на ходу из машины? Какой объясните. Я не знаю. Она вообще, вы знаете, она по дороге какую-то ересь несет. Какую-то
гадалке еду какую-то порчу снять. Я сразу понял, что у нее с кукухой что-то не так. А понимаете? У тебя все так, я и в итоге, в результате, ваша честь. Страховая мне говорит, что именно в этот день у него закончилась страховка ОСАГО. Именно в этот день, такой профессионал. Ваша честь, признаю, да, вы знаете, закончилась страховка, но я-то лицо подневольное, я наемный сотрудник, вот у меня трудовой именно договор. Именно в день ДТП закончилась ИП Лучников, я работаю на него, я его сотрудник. Машина также принадлежит. Собственником автомобиля не вы являетесь. Мне являюсь, поэтому проблема давайте с ОСАГО... Давайте мне документ, свой трудовой договор. Да, конечно. У меня еще есть другие документы, ваша честь. Дайте мне сначала документы. Трудовой договор. Чеки сначала, на лекарства 143 так, тысячи вы, рублей за два ответьте, месяца. Истец, я понял, у меня все эти документы есть. Я еще не все рассказал, ваша честь. Еще далеко не все рассказал. Вы скажите мне, пожалуйста, вы были привлечены к ответственности? Я был привлечен по статье 12.24 однако... за нарушение правил дорожного движения, которые повлекли вред средней тяжести здоровью потерпевшему. Вы же понимаете, ДПСники, ну все знаем, да, как все это происходит. Они приезжают, видят, это ненормальное, лежит на дороге, орет. Да, я сама себе сломала орет ногу в голосину. И сама стукнулась лицом. Они такие, конечно, кто тут у нас таксист? Вот ты таксист, на мое лицо вот пострадавшая, бах, сразу протокол. И вот я уже оплачиваю штраф, и вот я уже без работы. Я тоже без работы сижу, между прочим, из-за вас, такой гражданочка. Такой водитель, конечно, но, нельзя подпускать вообще к машине. Но, ваша честь, не далее, как вчера, так сказать, суд, ваш коллега, отменил постановление о привлечении меня к административной ответственности. Я вот вижу решение. Да-да-да, все правильно. То есть вы не согласились с этим протоколом, его обжаловали? Конечно, да, так она хорошо. Сама виновата, она же на ходу все. Вышла. Вопрос к истцу, вы почему из машины вышли? Он затормозил, я вышла, я приехала. Рассказывайте, ответчик, как это все произошло. Ты приехала. Вы посмотрите, есть даже распечатка с приложения и с путевого листа. Адрес... Поездки. Куда? Стромынка, дом 7. А где произошло ДТП? В Измайлово. Мы 9 километров туда не доехали. Хорошо, что-то я вышла из машины. Да, уважаемая? Надо было дождаться, пока я вышла. Естец, вы такси куда вызывали? На Стромынку. Почему вышли в другом месте? Затормозил. Я думала, мы приехали на а место. А вам все равно? То есть вас затормозили? А если вы на каждом светофоре будете выходить, что ну ли? Какая разница? Я вышла, и он видит, что человек выходит. Подожди. Как может водитель вот понять, когда вам надо выйти из машины, если он вас везет на Стромынку? Вы мне объясните, какая причина была того, что вы вышли из машины? Вы считали, что вы домой уже приехали? Я считала, что я уже приехал, машина затормозила, я вышла, ответчик, он видит, я выхожу. Честь, у вас есть какие-то? Хорошо, что есть еще адекватные люди, которые могут подтвердить мою правоту. Есть вот милая женщина-свидетель, которая все это видела, хорошо, вы она мне свой телефончик дала. Я хочу, да, допросить да свидетеля. Она была очевидцем происшествия. Да. Хорошо, что пригласите, пожалуйста, оставила. Свидетеля ответчика в зал. Угу. Свидетель ответчика, войдите. О, ведьма явилась. Сюда. Ты зачем пришла сюда? Добрый день, представьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Чернова Нонна Емельяновна. Нонна Емельяновна, приглашены в данное судебное заседание ведьма! В качестве свидетеля. Истец молчит. Для дачи показаний по делу. Да. Вы были очевидцем, как я понимаю, происшествия, да, когда истец вышел из машины, и ей были причинены травмы в результате того, что ответчик наехал на ее ногу. По обстоятельствам. Да, я хочу рассказать, как все было. На сволочь! Самом деле, она из меня выпрыгнула. Сволочь, из машины. Истец, штраф 1000 рублей. Истец, я сейчас вас удалю из зала. Штраф 1000 рублей. Так вот, я шла по тротуару, сзади слышу, крики доносятся. Мат, проклятие какие-то сыпятся на меня. Потом смотрю, но это оказывается ведьма, в мою сторону. Сволочь, истец! Машина. Из и зала, вот и, женщина... покиньте зал судебного я заседания. Я еле стою на покиньте костыля. Зал. Пристав, помогите, пожалуйста, истцу покинуть зал. Вот правильно, из-за этой ведьмы я еще должна покидать. Она во всем виновата. Ничего, из машины могла она выйти из моей. Она виновата во всем, у меня а нога сломана. А из зала сломана. Она не может выйти. Вот как раз сволочь. Пока ознакомитесь на стенде с правилами поведения в судебном сволочь, заседании. Сволочь, проститутка и ведьма. Пожалуйста. Так ведьма. Вот. Ехала машина сзади. Когда машина поравнялась со мной, женщина стала плевать меня, кидать в меня вещи какие-то. Вот этот телефон и женщина эта сумочка полетела в меня, да. А вы откуда, она откуда-то вас знает? Это оказалось, как я потом поняла, бывшая жена моего мужа. А. И из-за этого она выпрыгнула из машины, она стала кричать, я сейчас из тебя омлет сделаю. То есть она вас просто увидела? Да, она хотела...
Я не знаю даже, что со мной сделать. Кричала какие-то угрозы, и я только вижу, бывшая что... супруга, брак расторгнут, да, и сейчас вы являетесь настоящей супругой ее бывшего мужа. Мы стоим в официальном браке. Она хотела выпрыгнуть на ходу из машины. Я смотрю, она открывает дверь, машина еще едет. Она выпрыгивает, хочет наброситься на меня, но падает под колеса. Она падает прямо лицом в грязь, ударяется. Слава богу, я не знаю, как она только под машину не попала. Все это произошло на ходу машины, соответственно. Да, машина еще ехала, была в движении. У меня больше нет вопросов. Суд удаляется для принятия решения. Истцу, пока... помогите, пожалуйста, истцу вернуться в зал. Далее в программе. Пропал на неделю, я там звонила, обзвонила все морги. Я был у партнера. А оказывается, он там с какой-то дамочкой уже развлекался. Это на партнеры. Эти самые деньги, которые он забрал. Это были деловые партнеры. Жених прокутил с любовницей на Мальдивах огромные деньги. А обманутая невеста выплачивала за него кредит. Где справедливость? Предательство должно быть наказано. Он на меня набросился, он меня душить начал. Потом эта дрянь, когда я орать начала, он меня кулаком в лицо лупасил. Мозг мне сломал, губу разбил. Сколько может стоить секс? 5000? 100? Миллион рублей? А можно ли отдать жизнь за минуту удовольствия? Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, показания свидетеля, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил. Иск о возмещении материального и морального вреда в связи с причинением вреда здоровью оставить без удовлетворения. Суд не удовлетворяет заявленные требования, поскольку по общим правилам возмещения вреда вред возмещается лицом, виновным в причинении вреда. Истицей суду не представлено доказательств того, что ответчик виновен в причинении вреда ее здоровью. Постановление о привлечении ответчика к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.24 частью 2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, то есть нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, было ответчиком обжаловано в судебном порядке и отменено судом за отсутствием в действиях привлекаемого лица состава правонарушения. Данное решение суда вступило в законную силу, а вступивший в законную силу судебный акт обязательно для суда, который рассматривает гражданско-правовые последствия правонарушения. Также судом установлено, что истица сама способствовала причинению вреда, поскольку, находясь в возбужденном эмоциональном состоянии, на ходу выскочила из машины, что и привлекло причинение ей полученных травм. Таким образом, поскольку вины ответчика в случившемся не установлено, суд отказывает вам в иске в полном объеме. То есть в причинении вреда вашему здоровью виновата, истец, только вы. Ответчик, а вы молодец, что обжаловали решение. Это на самом деле очень редко. Спасибо. Почему-то все соглашаются с первого раза, и никто не хочет оспаривать. Вы правильно сделали, воспользовались своим процессуальным правом. Спасибо большое. Решение суда понятно сторонам? Да. Дело я сама закрыто. Себе сломала. Понятно. Прошу я всех встать. Решение суда. В иске отказать. Мало того, что эта ведьма увела у меня мужа, так я теперь из-за нее еще и на костылях. Так я еще и виновата. Я очень рад, что обжаловал свой штраф и в итоге суд принял адекватное решение. Истец требует полного возмещения долга, выплаченного банку по кредиту. Ответчик уверен, что истцу ничего не должен. Пожалуйста, Инна Сергеевна, слушаю вас. Ваша честь, я к вам обратилась, потому что я просто хочу забрать свои деньги назад. Те деньги, которые я выплатила банку, тот кредит в размере 475 тысяч рублей, и еще моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей. Он взял кредит в банке, и я была его поручителем. Так. На самом деле, у нас с ним были отношения. Мы с ним просвещались 1,5 года. И все это, так у нас с ним роман закрутился, завертелся. И он мне практически сделал предложение, мы с ним должны были в ЗАГС идти. И на самом деле лапши на уши он мне навешал с тем, что мы откроем с ним семейный бизнес. Так открыли. Как он говорил. Да, конечно, открыли. За мой счет только, понял?
И мы открыли как бы с ним семейный бизнес. Две палатки с шаурмой. Так открыли? Метро. Открыли все-таки семейный бизнес? Да, открыли. А кредит брали именно на открытие бизнеса? Нет, кредит брали не на это. Я вам сейчас объясню. Там начали к нам приходить Роспотребнадзор, налоговые. И он мне чуть ли не слезно затирал, что все, Инна, мы пропали с тобой, то, что у нас нет денег, нет ничего, и еще печь у нас там сломалась, вот эта для шаурмы, которая. Он мне сказал, что нам нужно с тобой взять 350 тысяч рублей. Ну, на эту печь. В итоге бизнес прогорел, как я понимаю. Нет, он сейчас, у него есть этот бизнес. Так, а значит, прогорели ваши отношения, я так понимаю, с ответчиком? Да, прогорели наши отношения с ответчиком, потому что он просто взял и свалил куда-то. Я никуда не свалил. И свои обязательства, я так понимаю, он по кредиту не исполнил? Нет. И банк взыскал в судебном порядке с вас их? Как с поручителя? Ко мне стали... Банк не влезал в эти отношения, ко мне просто стали приходить коллекторы. Коллекторский агент. То есть вы в добровольном порядке погасили? Да, да. Я вам сейчас включу запись их угроз. Вы просто послушайте. Угроз коллекторов? Да. А то я уже близко к подъезду подхожу. Могу родителей твоих навестить, понятно? Они угрожали жизни просто. Ну, понятно. Давай, значит, у нас здесь сейчас не методы, да, рассматриваются, как, которыми коллекторское агентство пыталось взыскать с вас долг. Если вы не согласны с их методами или считаете, что они нарушают действующее законодательство в отдельном порядке, в правоохранительный орган вы обращались? Нет. Не обращались? Нет. Но это не предмет нашего иска. Давайте ближе к поручительству. Я хотела именно взять с него моральный ущерб. Именно за все то, что он мне вот причинил. За все эти выплаты, за эти угрозы. Так. И... В общем, я взяла там под расписки все эти деньги, то есть 350 тысяч рублей и еще 125 тысяч рублей я взяла от разных людей. Вот у меня есть расписки. То есть вы, чтобы погасить этот долг, влезли в другие долги? Да, я влезла сама в другие долги, чтобы сразу отдать, чтобы коллекторы просто не мучили меня, моих родителей. Мне пришлось поступить вот так. Слава богу, здесь расписки без процентов. Без всего там как бы мне отдали. Так, давайте договор поручительства, ваши расписки, общая сумма, которую вы заплатили 400... коллекторам, 475 тысяч рублей. Я заплатила. Ваша позиция понятна, суду ответчик. Иск признаете? Нет, я не признаю. Я считаю, это почему, что интересно? Данной гражданке я именно ничего не должен. С банком конечно. Я сам разберусь, я оплачу потихоньку. А что же не разобрались? Сейчас пока денег нет, у меня вот даже есть справка. Я стою. А у меня ниоткуда деньги, у меня откуда взялись? Население, помолчи. Я состою вот на учете в службе занятости населения, пока никакой подходящей вакансии нет. Вот, соответственно, я просто потерял телефон, потом восстановил сим-карту, и все. Мне банки никакие... Ваша честь, можно я скажу, он не терял телефон, он просто гасился от банков, от меня, ото всех. То, что она является моим поручителем, но ее же под дулом пистолета никто не заставлял поручительство, ее никто не заставлял платить за меня деньги. Она вас... Она заплатила, это ее... Она вас сама просила взять ее в качестве поручителя по вашему кредиту? Я ей просто предложил, она согласилась, и все добровольно. Да, конечно, он просто просил. Ваша честь, он слезно умолял меня, как мой мужчина, слезно умолял меня, что нам нужна эта печь. А знаете, что он сделал? Он якобы поехал за этой печью, на самом деле пропал на неделю, я там звонила, обзвонила все морги, я был у партнера. А оказывается, он там с какой-то дамочкой уже развлекался это на партнеры. Эти самые деньги, которые он забрал. Это были деловые партнеры. То, что там ей звонили какие-то третьи лица, но я здесь ни при чем. Мне конечно. Никто ничего не звонил. Взяла бы, заблокировала их. Ну, конечно. Как ты и сделал. Взяла и киданул просто. Почему, ответчик, почему вы не исполнили свои обязательства по кредитному договору? Я от них не отказываюсь. Еще раз говорю, я сейчас не работаю официально. Ничего у меня нет. Мерзается. Все, что я живу, у меня сейчас как бы я живу с женщиной, она меня ну, пока в данное время да. обеспечивает. Да, что тут скрывать. Там даже он машина у входа в суд стоит, я на ней приехал. У меня вообще ничего нет. Я вот он временно он из нее сдерет ваша честь, из нее три шкуры сдерет, потому что она там отдам. Богатая нет, какая-то у меня при пока бизнесе. Трудная при деньгах ситуация. Вообще. И с меня содрал почти 500 тысяч. Еще там сейчас кого-то сдерет. У вас свидетель заявлен, да? Да, у меня заявлен... Свидетель, кого просите допросить в качестве свидетеля? В качестве свидетеля я прошу допросить женщину, которая работала у нас в этой шаурмичной палатке. Она вам сейчас расскажет про него, просто как я ее искала. Пригласите, пожалуйста, свидетеля истца в зал. Свидетеля истца, войдите. Идиот просто. Пройдите, пожалуйста, да у меня нет слов, даже тебе что-то отвечать. Губастая. Представьте. Яценко Оксана Петровна. Я вот работала в палатке...
у него... Так я тебя уволил за поддельную меткнижку. Вы работали у ответчика. Да, я работала... Ты еще по уголовке можешь загреметь по 327-й. Я работала у него в палатке, пока он меня не уволил. Сейчас я работаю уже в другом месте и счастлива, потому что там у них постоянно люди травились. Они на меня это свалили. Все, а на самом деле там просто куры были тухлые. Этот хозяин жадный. Он постоянно привозил плохое мясо. Люди травились, он свалил все это на меня. Он меня уволил. А вот эта вот Инна, она постоянно приходила и его искала. А он постоянно прятался от нее. То есть она постоянно его искала, 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 добивалась, где он. А он даже не выходил, чтобы с ней поговорить. Ну тут все понятно. Это просто как бы две истерички конченые. И люди травились. И, кстати, у обеих губы сделаны. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех. Идиот, блин. Далее в программе. Он на меня набросился, он меня душить начал. Потом эта дрянь, когда я орать начала, он меня кулаком в лицо лупасил. Нос мне сломал, губу разбил. Девушка убила любовника, как только он подарил ей квартиру. Останется ли жилье в ее собственности или достанется вдове убитого? Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав объяснения сторон, показания свидетеля, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил: заявленный иск удовлетворить частично, взыскать с ответчика в пользу истицы 475 тысяч рублей, выплаченных истицей за ответчика в качестве поручителя по кредитному договору. Все верно, да. В компенсации морального вреда отказать. Суд удовлетворяет заявленные исковые требования, потому что истица, как поручитель ответчика, выполнила за него обязательства по кредитному договору. Это подтверждается представленным суду документами, а именно кредитным договором, заключенным ответчиком с банком, по которому истица являлась поручителем, и платежными документами об исполнении истицей просроченных обязательств ответчика. А к поручителю, исполнившему обязательства, переходят права кредитора по этому обязательству в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требования кредитора. Поэтому истица вправе требовать исполнения обязательств как новый кредитор, то есть требовать возврат выплаченного за ответчика долга по кредитному договору. Поэтому в данной части суд иск удовлетворяет. Однако суд отказывает истице в удовлетворении требования компенсации морального вреда, так как закон не предусматривает возмещение морального вреда по регрессным искам поручителей кредиторам. Нет таких оснований в законе при причинении вам материального вреда. Истец, настоятельно вам рекомендую в следующий раз выбирать себе мужчин, с которыми вступаете в отношения, более общий бизнес собираетесь организовывать, которые могут отвечать за свои действия, своих ошибках, за свои действия и предусматривать какие-то последствия, а не вешать на свою вторую половину свои обязательства невыполненные. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Спасибо. Прошу всех встать. Ну и то, козлина, вот понял, получил, а? Решение суда. Иск удовлетворить частично. Я считаю, что таких альфонсов, как мой бывший, надо наказывать. Пусть теперь он все денежки выплачивает. Походу, теперь придется устроиться на работу и потихоньку возвращать бабки. Истец просит отменить дарение квартиры. Ответчик иск не признает. Пожалуйста, Алла Сергеевна, слушаем вас. Здравствуйте, Ваша честь. Добрый Я день. Прошу отменить этот договор дарения. Я недавно стала вдовой. И, между прочим, по вине вот этой вот твари. Так, я извиняюсь истец, за выражение. Истец, это я ей выражение. Делаю комплимент, вы понимаете? Она убила моего мужа. Может быть, вы ей делаете комплимент, но вы не уважаете суд при этом. Извините. 3 года назад она сняла квартиру у нас на площадке. Стала нашей соседкой. И каждый раз крутила своим багажником перед моим мужем. Это постоянно неправда. Выпрыгивала. Да вы посмотрите, в чем она сейчас пришла. Также еле-еле свое доходное место прикрывает. Да какая вам разница? Постоянно я вам, делаю замечание. Держите свои эмоции при себе. Вы пришли не в суд. Могу. Мне от вас вы нужна понимаете? Исключительно правовая позиция по иску. Все. Ой, извините. Эмоции при Еще себе раз. Держу. Вот как держать эмоции? Я 20 лет почти прожила с мужем, а она его убила. Вы понимаете? Вот как мне сдерживать эти эмоции? Что значит убила? Сейчас все расскажу. Рассказывайте.
В общем, постоянно она бегала, прыгала, крутила своим задом перед моим мужем и постоянно просила, чтобы он ей в чем-нибудь помог. То у нее дверца от шкафчика отлетит, то у нее кран сломается, то еще что-нибудь. В общем, стихийное бедствие, а не соседка. Я ей не раз, она и ко мне сколько раз обращалась, то за солью, то за сахаром, то еще за чем-нибудь. Естественно, мне не жалко было ей ни в чем помочь. Но то, что она крутила задом перед моим мужем, меня, конечно, раздражало. Вот. Ну, она, естественно, моложе меня. Ну, ладно, это... В общем, я сколько раз говорила, заведи себе мужика и пользуйся им. Эксплуатируй его по своему назначению, а может и без назначения, как говорится. Но она постоянно твердила, ой, да я никому не верю, да в любви мне не везет, а я как бы вашему Виктору уже доверяю, у него руки золотые. В общем, пела соловьем, пела, вы понимаете, в чем дело? Что в этом такого? Я вообще-то деньги предлагала. Это же, ну, не бесплатно, не то, что... Я никаких деньгах не слышала и не видывала. Но сам факт, что я недавно узнала, что мой Витенька, оказывается, изменял мне вот с этой... Не знаю, нет, как сказать, раз вы нет, не, мы не разрешаете спали. Говорить «тварь». Алла Сергеевна, давайте вот ближе. У вас договор дарения квартиры. Мы сейчас не рассматриваем вопрос, кем вам изменял ваш супруг. Да. Вы знаете, после убийства моего мужа я не знала, что там у них случилось, но я встретилась с его дальней родственницей. И она-то мне и рассказала, вот, мой Вите повезло, он унаследовал квартиру от своей двоюродной тетки. Я об этом вообще не слышала, не видела и ничего не знала. О какой квартире идет речь? А она мне все рассказала и в подробностях. Я у нее по ниточке, но все, естественно, разузнала. И говорит, так он ее подарил вашей соседке, Люське. Подождите, то есть ваш муж еще при жизни унаследовал квартиру? Да, о которой я ничего вообще не знала. Вам об этом не сказал? Нет. Да, но мне сказал. И он ее потом подарил ответчику? Да, но это при я уже узнала после его смерти. При каких обстоятельствах погиб-то ваш супруг? Вот, слушайте, когда он погиб, естественно, суть до дела, вот, признали ее виновной. Я была, конечно, ошеломлена. Естественно, открыли уголовное дело. Виновной в чем? В убийстве вашего мужа? Да, да. Его обнаружили прямо у нее на квартире. Вы понимаете? Вот. Но а она... по какой статье? У вас есть приговор сюда? Да, все есть. Вот тут свидетельство о смерти. Да, передавайте. Там все, договор дарения и договор сам дарения здесь, да? Да. Так. Вот. Но сам факт, что она, естественно, и следователей, и адвокатов всех подкупила, как сорока белобока. Этому дала, а да меня с носом оставила. Нет? Да успокойся ты, пока я тебе кости не поподирала. Да это вы успокойтесь, сколько можно? Дала, вот. Дала, так, дала, от, дала. Ответчик, какое ваше дело? Ответчик. Вы видите? Вот. Но я была, естественно, в шоке. Ну, теперь-то понятно, что, естественно, почему он ей подарил эту квартиру. Не за красивые ее глазки, правильно? Вот. И не потому, что она наша соседка. Я уверена, что он ее тер, пока она не вытомжила у него эту квартиру. А он, естественно, мужик под 50, увидел молодое мясо, как говорится. Ну, втайне от меня и, скорее всего, подарил эту квартиру. А потом пришел за расплатой, а она, видимо, хвостом крутанула. Может быть, Алла он и разозлился. Алла Сергеевна, во-первых. Слова, такие слова, как «я предполагаю», «наверное», вообще не для суда слова, да? Вот вы пришли сейчас в суд, вы предоставили мне даже копию приговора, где ответчик действительно обвинена. Но по 108 статье за убийство превышение. При превышении самообороны предела. Ну вы сами подумайте, мой муж добрейший здесь, души человек. Да, только в приговоре указано. Который имеет преюдициальное значение для рассмотрения настоящего спора. То есть все обстоятельства, которые уже были установлены судом при вынесении приговора, сейчас не нуждаются в повторном доказывании. То есть Башечка, они обязательны для суда. Кормильца, мужа, послушайте меня. Человека. Здесь в приговоре написано, что, что произошло убийство при попытке изнасилования. Ответчица вашему супругу. Это все вранье. Я не верю. Попытка изнасилования, вот я и говорю, скорее всего, вот как было. Скорее всего, вот так это было. Что изнасиловать он ее в любом случае Алла не Сергеевна, хотел. Мне, а вот вы как считаете? Может, Алла Сергеевна, вы как считаете? Вот для меня, как для суда. Вот приговор, вступивший в законную силу, или ваше подозрение? И что то, имеет другое. Силу? Как вы считаете?
Я считаю, что и то, и другое. А сам факт, что следователь... Так, одно другому как раз противоречит, понимаете? Да это голословное заявление, что я кого-то подкупила. Так, вот вы просите расторгнуть этот договор дарения на основании чего? Ну, вы понимаете, меня просветили. Я же сходила к юристу, проконсультировалась, и он мне рассказал, что я могу этот договор расторгнуть в случае того, что если одаряемый покушался на жизнь дарителя, либо вообще убил, что и произошло в нашем деле. Вы по этим основаниям просите признать. Действительно, такие основания законом предусмотрены. Это и является основанием вашего иска. Ваша позиция понятна, суду. Пожалуйста. Моя позиция такова, что отменять договор дарения нельзя, потому что, во-первых, дело касаемо ее мужа не было возбуждено только потому, что он погиб. И погиб он в результате того, что он пытался меня изнасиловать. Я защищалась. Расскажу сейчас, как... Защищалась, вы видимо, только в этот день. Ваша честь, я не могу. Сергей. Меня уже трясет, я честно говоря. Меня от тебя трясет. Как крашеная. Штраф 1000 рублей, истец. Спасибо. Конечно. Действительно, я 3 года назад сняла квартиру на лестничной клетке и стала их соседкой. Поскольку меня в 18 лет моя мачеха, которая меня воспитывала, отца у меня нет, она меня просто выкинула из квартиры, получилась такая ситуация, что я очень на вольных, так сказать, хлебах оказалась. Заработать на дорогую какую-то квартиру, чтобы ее снять, я, естественно, не могла, потому что, с образованием у меня, так скажем, не очень это и было на тот момент. И вышла такая ситуация, что, смотрю, там все разбито. То там кран потечет, то там с унитазом что-то происходит, то там было дело, люстра даже чуть ли не на меня отвалилась. В общем, конечно, пошла просить соседей, потому что я очень недоверчивый человек, я не верю мужчинам, я очень много раз обжигалась на этом. И вот, как истец говорит, заведи себе мужика, да я бы, с удовольствием, конечно, не везет мне. У меня постоянно какие-то ситуации возникают, что я... Достойных нет, да? Да, в общем, попадаю я сильно. А поскольку, сосед, он рукастый, там, ему около 50 лет было. Человек, еще советских времен, как говорится, руки оттуда, все умеет, инструмент и есть. И не только руки. Спасибо за комментарий. В общем, мне было проще по-соседски обратиться. Причем я не приходила, говорю, сделайте мне, пожалуйста. Я после того, как он что-то делал, я ему предлагала живые деньги, настоящие. Он от них все время отказывался. Да ладно, Людка, по-соседски. Деньги у тебя под юбкой. Хорошо, он отказывался от денег. А квартиру-то он вам как подарил? Мне просто интересно, за что можно просто, как вы утверждаете, сосед? Да, просто сосед. У вас никаких не было с ним отношений. За что можно подарить соседке квартиру? Вот он глянул на мое бедственное положение. Естественно, я ему кое-что о своей жизни рассказала, как меня жизнь моя била. И он, в какой-то мере проникся, но проникся он еще не только с точки зрения сочувствия. Он еще начал ко мне подкатывать. Он ко мне приставал. То есть он, например, сделал... Вот последний раз, когда я к нему обращалась, он сделал мне, починил шкаф. Потом я ему предложила деньги. Он ко мне подходит вот так, тресь меня по пятой точке. Говорит, ничего, Людка, сочтемся. И проникся. Я, естественно, ему сказала, что я никаким другим образом, кроме денежного эквивалента, с ним, ему расплачиваться вообще не собираюсь. После даже этого, близко. Что же ты не отказывалась от его услуг-то, а? А постоянно, каждый раз он сам ко мне ходил. Он постоянно. То он ко мне придет с вином каким-то, хорошо, шоколадкой, то кусты обдерет какие-то. Вы тогда уже подозревали, что погибший муж истицы к вам какие-то, да, он стал проявлять ко мне такой серьезный проявлять внимание интерес. Интимного характера. То я есть, его не но пускала вы, к себе. Но я вы его... были готовы исключительно на возмездной материальной основе его услуги какие-то оплатить. Естественно. При каких обстоятельствах он вам предложил подарить квартиру? Как это вообще произошло? Сколько квартира стоит? Стоимость? 2,5. 2,5 миллиона? Да. Квартира. Так. И как он вам ее подарил-то? Как вот он пришел? Он ко мне пришел. Сказал, дарю квартиру. Нет, это дело было не так. Он ко мне пришел. С хитрым взглядом говорит, Людка, а у меня к тебе, предложение, от которого ты не сможешь отказаться. И стал мне рассказывать про эту квартиру. Я послушала, думаю, лапшу на уши вешает. Он говорит, да мне не надо, мне там от тетки досталось, у меня с моей женой детей нет, зачем мне еще квартира? И начал меня уговаривать, давай я тебе подарю, все такое. Я совершенно без задней мысли. Я думаю, может быть, человек как-то... Как без задней мысли? Что-то доброе у него просто. Как без задней мысли можно, спросить, в чем дело? Можно принять квартиру стоимостью 2,5 миллиона от человека без задней мысли в дар? От соседа своего?
знаете, в котором у вас нет, как вы утверждаете, никаких отношений. У меня нет жилья. У меня абсолютно нет жилья, его никаким образом не предвидится. То есть я, ну, я понимаю, что если у меня нет квартиры, я всю жизнь вынуждена зарабатывать на съемные. Конечно, мне хотелось квартиру, мне ее очень хотелось. И тем, чем ты зарабатываешь, да? Да не зарабатываю я ничем! Хватит уже, глупо, вы достали меня! Вы меня уже довели до нервного срыва, сколько можно? Успокойтесь, мне эти разговоры постоянные. А ты лишила меня мужа! Добычица, да мужа своего, да посмотрели бы на своего мужа. Пришел ко мне пьяный после месяца после сделки прошел. Что было, знаете? Он пришел ко мне, давай, говорит, открывай дверь, будем сделку обмывать. Я дура, вообще без задней мысли, вообще без... Вот, ну, я не знаю, ну не пришло, ступила я. Он ко мне говорит, пусти обмывать будем. Да черт с тобой, иди обмывай. Он подвыпил своего этого вина дешевого, вонючего. Знаете, что дальше было? Он меня на стол опрокинул. Я в чашку головой пришла, неважно. Он на меня набросился, он меня душить начал. Потом эта дрянь, когда я орать начала, он меня кулаком в лицо лупасил. Да нос мне сломал, губу разбил. У меня все руки вот так вот синие были. Он был добрый человек, и он на это не способен. Я испугалась. Знаете, как это страшно, когда на тебя туша наваливается, которая просто воняет алкоголем. Пузо этой мерзотное. Это ужас какой-то. Сцена умерла. Я испугалась, знаете. Я вот так вот нож нащупала и просто его ударила. Я его даже не лезвием ударила, я его рукояткой ударила. И он от меня отвалился и головой в батарею бахнулся, понимаете? Я испугалась, вот разодранная вся. Я просто выбежала из квартиры, ни ключи не взяла, ни дверь не закрыла, ничего. Я забилась вот в ближайшую кафешку, какая мне на глаза попалась. Я просто в углу сидела, меня вот так вот трясло и колбасило. Я только через час сообразила, что он вообще не живой. Может быть, что я там не знаю, что я его поранила или убила, не дай бог. Я сама в полицию побежала, сама, понимаете? А куда я скорую вызвала, а скорая, когда приехала, он уже мертвый был. И не оказала даже первую помощь. А то, что квартиру я приняла, ну и что? Ну мало ли какой дурак чего хочет подарить. Ну я-то чем виновата? Ну хочет, дарит, это же его право. За просто так, ваша честь, люди добрые. Да неужели вот кто-то воды, из вас поверит, что мужик может удаляется для принятия решения. Квартиру? Вы понимаете, в чем дело? Да по-любому он тебя чпокал и до этого. А да тут подарил квартиру разница? И все. Отвечайте, какая разница? Меня. Я жена закона. Да смиритесь уже, если у вас муж дурак. Если не вам хотел квартиру я дать, тебе... а какой-то девчонке, которая даже не спала с ним. Вот только молись сейчас к вашему Бога. Мужу и к вашим семейным отношениям. Если суд сейчас присудит тебе квартиру, я тебе башку сама лично оторву. Мне уже терять нечего, поняла? Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил. В иске об отмене дарения квартиры после смерти дарителя отказать. Суд не отменяет договор дарения квартиры, заключенный между умершим мужем истицей и ответчицей, потому что смерть дарителя наступила в результате вынужденных действий ответчицы, совершенных в состоянии необходимой обороны, когда ответчица защищала себя от посягательств дарителя, пытавшегося ее изнасиловать. То есть смерть дарителя наступила в результате действий ответчицы, совершенных не с прямым, а с косвенным умыслом, когда она не предполагала, что произойдет убийство, а во время обороны она не испытывала желания лишить жизни дарителя. Это подтверждается вступившим в законную силу приговором суда, которым ответчица признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 108 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. При таких обстоятельствах суд не отменяет договор дарения квартиры и не включает ее в наследственную массу умершего. Понятно решение суда. Да, спасибо, ваша честь. Истец, в следующий раз читайте документы, которые суд предоставляет. В них все написано. Они имеют преюдициальное значение. При приговоре суда все обстоятельства изложены. А ваше личное мнение – это ваше личное мнение. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Не было в нашей стране справедливости и нет. Решение суда. В иске отказать. Ну что ж, по закону не получилось, конечно, отвоевать эту квартиру у этой твари. Я, конечно, просто в шоке, но я ей голову оторву. Мне сейчас терять нечего. Ну что сказать? Получила плохо квартиру. Не распускал руки, был бы жив. А квартира моя по праву. Берите!
вообще на гроб копила? Все продается и покупается. Меня продали как какую-то вещь вместе с квартирой. Любовь. Конечно, хочу денег, еще бы. Моя любовь дорогого стоит. Тело. Ну, может, пристав хотя бы потрогать? Вам принципиально установить истину или чтобы кто-то потрогал вашу грудь? Мне принципиально установить истину. А как мы ее поймем, если нет тактильного контакта? Душа. Видите, на что мы пошли, ваша честь? На потерю дружбы, верности, чести. И все ради денег. И все ради денег. Битва за деньги продолжается. В этом суде перебивать могу только я. Для вас эта услуга платная. Окончено слушание дела. Значит, мы будем подавать иск на вас.